Человеки все-таки странные. Ты только сейчас это поняла? Они одни и те же открытия переоткрывают через некоторое время снова. В 80-х годах 20 века человеки доказали пользу нашего урчания и даже науку новую основали – антрозоологию, о нашей полезности и бесценности. А австралийского философа Питера Сингера почитают как основоположника, благодаря его книгам «Освобождение животных» и «О вещах действительно важных». Вот только суфисты еще в 12 веке определили, что урчание кошки часто сравнимо с дхикр, ритмическим монотонным повторением священных текстов, которые, среди прочего, использовали в ранней исламской медицине для исцеления больных. А в конце 18 века в Йорке, в Англии, мы и кошки активно лечили душевно больных. Как считаешь, скоро человеки в очередной раз откроют, какие мы драгоценные?